Поэтесса Альбина Абдуллина выпустила свой первый сборник произведений. В издание жительница Нижневартовского района включила 58 стихотворений. Сборник поэтессы из Новоаганска назвала «Быстротечное и вечное». Такое название полностью отражает внутреннее содержание сборника. В произведениях прослеживаются темы ярких, но кратковременных событий, а также тех, что остаются в памяти навечно. Часть тиража передали в местные библиотеки. Остальное автор подарила своим друзьям и близким. В планах у Альбины Абдуллиной повторить издание этой книги и, возможно, выпустить еще один новый сборник стихотворений. Досыплюсь искрами, сиянием, туманом зыбким растворюсь и светом лунным разольюсь, неотвратимо становлюсь порядком связи мироздания. Я в своих стихах всегда ставлю в приоритете свои мысли, чувства, ощущения, переживания мои, да, что для меня важно, что меня задевает. Оно и выплескивается в стихах. Ну, а форма там уже как бы подгоняется под ритм, под чувство, под настроение, скажем так.